Резкое похолодание пройдет на территории Могилевщины до православного Роства. По информации Могилевского облгидромету, циклон, який наближается до Беларуси, почне уносить коррективы у надворья еще у авторроку вечера. 4 студеня на Могилевщине усталюются складанные умовы надворья. Пройдет мощный снег, местами мокрый снег, магчима завируха, на дорогах гололедица, туман. Температура поветра на протягу суток каля нуля. На четверг так само захаваецца оранжевый уровень небезопасности и мощный снег. По прогнозе синоптика, узмацнится еще и ветер. Порывы могут достигать 15-20 метров за секунду. А вот 6 студеня еще и начнут мацнеть морозы. Температура поветра на протягу суток будет находиться у межах от минус 14 до минус 19. При прояснениях по области чекается до минус 23 градусов. Еще холоднее, до минус 27 градусов, прогнозуется 7 студеня. Меж тем, на разных интернет-сайтах можно сустреть довольно значную разницу в прогнозах. По словам специалистов, причиной таких показаний может быть разные методы сбору и опрацовки метаинформации. Бо выполняют эту функцию как специалисты-синоптики, так и компьютерные программы.